Не забудьте перевести часы. В последнее воскресенье марта в ночь с 30 на 31 марта Приднестровье перейдет на летнее время. Стрелки часов переводятся на час вперед, поэтому спать мы будем на 1 час меньше. Будете вставать на час раньше. Вот какие-то рецепты, чтобы организм поддержать, есть? Зарядочка. Встал, позанимался зарядочкой, повысился тонус себе и пошел, позавтракал и пошел на работу или куда, гулять или на огород. Как боретесь с этим, вот вставать на час раньше? Ну, как, через аптеку. Ну и кое-какие продукты такие, более которые понижают, там, повышают витаминоз. Мой организм уже потихонечку переустраивается, да. Да и солнце, которое светит в окно, уже не дает спокойно поспать. Я считаю, что это нормально. Не как-то в Москве, в России, они, у них постоянно не меняется время, привыкли. Ну, с тем мы тоже привыкли. Перевозь, значит, надо, значит, это какую-то экономическую пользу приносит, я так думаю. Просто так же ничего у нас не делается. Вот. Страшного ничего нет. Привыкаем ко всему, и организм перестраивается. Ну, где-то там несколько дней какой-то дискомфорт маленький будет, но это не большая проблема. Нормально, без проблем. Я очень рано всегда встаю, поэтому для меня проблем никаких нет встать рано утром. Традиция перехода с зимнего на летнее время долгие годы существует во многих странах мира. Дважды в год стрелки часов переводят все страны Европы, в том числе наши соседи Украина и Молдова. Останется время прежним в Исландии, Белоруссии и России. Эти страны отказались от перевода часов. Таким образом, в ближайшие полгода нам предстоит жить с Москвой в едином временном пространстве.